Локального жиросжигания нет. Сейчас разочарую вас, особенно девочек. Процесс жиросжигания и процесс мышечного сокращения, как и мышечной гипертрофии, никак не связаны. Короче, в выполнении упражнений вы тренируете мышцы, а не плавите жирок, накопленный за зиму. Для реально эффективной топки жира нужно только одно условие – дефицит калорий. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья! We'll be right back.